Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Наш новый обзор посвящен паркетной доске Барлинек. Наверняка трудно найти напольное покрытие более красивое и функциональное, чем дерево. Паркетная доска Барлинек – это не просто дерево, это оригинальное конструкционное решение, которое превратит пол любого дома в предмет гордости. Завод Барлинек, вот уже который десяток лет, специализируется на производстве паркетной доски и напольных покрытий из дерева, добившись в этой сфере больших успехов. Паркетная доска изготавливается из натурального дерева, выращенного в лесах Польши и Украины. Близость производства к местам лесозаготовки существенно влияет на конечную стоимость продукции. Полный цикл производства, сосредоточенный на относительно небольшой территории, позволяет полностью контролировать процесс от заготовки древесины до упаковки досок для отправки конечному потребителю. Компоненты, из которых изготавливается паркетная доска Барлинек, отвечают всем требованиям и экологическим нормам. Паркетная доска Барлинек состоит из трехслойной древесины и семислойного защитного лака. Она имеет большой выбор декора – дуб, орех, ясень, клен, вишня, благодаря чему можно подобрать паркет, подходящий для дизайна именно вашего дома. Каждая доска Барлинек состоит из трех слоев дерева и семи слоев покрытия. Два нижних слоя, стабилизирующий и основной, это древесина хвойных пород деревьев. Эти слои уложены поперек друг друга, что увеличивает прочность доски. Общая толщина досок составляет 14 мм. Из них верхний слой толщиной 3,5 мм представляет собой шпон из дуба, ясеня, бука и других благородных пород. Доски покрываются лаком или масляным составом в 7 слоев. Покрытие может быть как прозрачным и сохранить природный цвет древесины, а может быть тонирующим, придавая доскам более оригинальный оттенок. Примечательно, что покрытие можно периодически обновлять, заново покрывая доски лаком или маслом. В зависимости от вида верхнего слоя, паркетная доска Барлинек делится на такие серии. Натур – это селекция Барлинек, очень точно имитирует естественные волокна натуральной древесины. Характеризуется однородностью цвета, допускается наличие сучков и сердцевин. Селект – паркетная доска Барлинек этой категории имеет мягкий и переливающийся естественный цвет, допускается присутствие небольшого количества маленьких сучков. Серия «Эксклюзив». В этой линейке все доски имеют сплошную фактуру и однородный цвет, отсутствуют сучки и сердцевины, поэтому она является самой дорогой продукцией. Family. Под эту категорию попадает паркетная доска Барлинек, характеризующаяся ярким цветом и выразительностью узора, допускает небольшое количество сучков. Линейка Rustic, паркетная доска Барлинек этой категории допускает наличие зрелых сучков. Покрытие этой серии имеет самую доступную стоимость, но при этом отличается неповторимым дизайном и особым характером. Несомненно, для коллекции паркетной доски Барлинек в основном выбирается классический дизайн. Создатели всегда стремятся максимально сохранить текстуру дерева и передать все благородство от натуральной породы. В коллекциях Барлинек вы можете найти однополосный, двухполосный или трехполосный дизайн, что оставляет больше простора для реализации дизайнерских замыслов.